你三岁的眼半地的眼热好草地没办法兄弟有不兄弟在你没草地你心草地三岁的眼半地的眼热好草地Я вам всегда говорю, друзья, Турция – это уникальная страна, интересная страна, развивающая страна, и экономика очень быстро, динамически растет, друзья, Турция. Так что, короче, вот это аэропорт, огромный, большой, Истанбульский аэропорт, друзья, идем, не заканчивается, идем. Красивый, огромный аэропорт, как будто отдельно большая республика, друзья, отдельно большая страна. Так что идем. Вот так, уже сели полчаса иду, 40 минут иду, не заканчивается. Много-много магазинов, рестораны, кафе и вот такие марки. Много, огромный аэропорт, это уже показатель, что здесь Турция развивается, экономика идет, поэтому я всегда горжусь своим странам, друзья. Молодец Турки, молодец Турция, молодец Эрдоган. Так что все для народа, все здесь для человека, друзья. Так что огромный, не знаю, сколько можно еще идти. Огромный большой аэропорт. Куда мне? Куда идти? Куда? Туалет. Без туалета. Здесь туалеты тоже очень чистые, в самом деле, друзья. Давай. Удачи вам. Еще увидимся. У нас попкорн с солью, здесь сладкий, здесь сахаром, очень интересно для нас, здесь сахаром, такой попкорн у нас с солью, вот такой попкорн, вот такой Ташкент, вечерняя жизнь, друзья, вечерняя жизнь, Ташкент. Красивый, симпатичный город. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Очень люблю эту песню. Как я это люблю, эту песню, друзья. Как-то у нас открыто было в Мерсине, открытый офис. Там постоянно пели эту песню. Потому что эта песня не только про любовь. Вообще не про любовь, а жизнь.
любите друг друга, говорит. Уважайте друг друга, потому что жизнь рано или поздно пройдет, остается человеческий фактор, остается человек, друзья. Поэтому любите друг друга не только из-за материала, не только какой-то выгоды любить друг друга. Поэтому эта песня мне очень нравится, пою. Если кому-то нравится, могу ссылку отправить, может посмотреть, как мы пели, как у нас офис был открыт в офисе. Короче, где я, где я, где я, где я, где я, где я, наверное, узбекский, узнали свое место, да? Узбекистане, друзья, Узбекистане, мы вместе с вами. Ташкент, столица Узбекистана, нахожусь в Ташкенте, друзья. Это та наша гостиница. Здесь живем и решили немножко погулять, посмотреть. Я через окно смотрю, что здесь огромный большой такой парк есть. И красиво, хорошо. Я не ожидал, если честно, вот такой гостеприимный народ. Я не ожидал, что такой эмоциональный, добрый люди. Здесь действительно солнце. Здесь тоже хорошая экология. Если я считаю, что здесь море было бы, наверное, узбекистанцы к нам не приехали бы. Правда? Не приехали бы. Хорошо, что нету. Море нету, здесь зима немножко, здесь мороз, из этого люди к нам приезжают. Хорошо, что нету здесь море. Бог такой создал мир, создал природу. Где-то море есть, где-то море нету, где-то мороз, где-то минус 40-45 градусов, и где-то жара. И чтобы люди перемещались, чтобы люди друг друга нуждали, друзья, из этого я говорю так, что хорошо, что здесь моря нету, люди приезжают к нам, что друг друга общаемся, друг друга видим. Представляете, еще здесь море было бы, наверное, мы не узнали друг друга, не видели бы. Вот так. Красивый город, впечатляет, и, конечно, особенно еще кухни, очень богатые кухни, узбекистанские кухни. Узбекистан или Узбекистан? Узбекистан, по-моему, да, на русском, на турецком языке Узбекистан. Так, и кухни очень богатые, мясо, много мяса кушают здесь. И такой сытный, похожий у нас кухня, похожий, очень похожий. Мне нравится их кухня, мне нравится. У нас одинаковые кухни. Короче, еще есть немножко вот такой, отличается. Здесь вкус немножко другой. Я считаю, что это из-за климата, наверное. Вот это зелень, салат. Здесь тоже вкусно. У нас тоже вкусно, но вкус немножко отличается. Так что, итак, давайте еще немножко посмотрим. Реклама есть, короткая реклама, потом еще увидимся. Thank you.
Тосмуре в Алании, Тосмуре новый, свежий проект, совсем новый, свежий, друзья, до моря 100 метров на продаже есть, 1+1, 2+1, с видом на море и богатая инфраструктура, друзья, открытый бассейн, хамам, сауна, тренажерный зал, все-все есть. Инвестиционный проект, в самом деле, друзья, есть еще беспроцентная рассрочка, если вам нужна подробная информация, можете ко мне обращаться через Viber, WhatsApp и Telegram, друзья, пишите, звоните под видео, есть мои контакты, и параллельно не забудьте подписываться на наш канал в YouTube, друзья. Подписывайтесь, хорошо, и поделитесь наши видеоролики своими друзьями. Столько много людей именно здесь еще. Оказывается, люди смотрят 4 года, 5 лет, 3 года. Зачем откладывали? Вы встретите, созваниваться, я тоже не понимаю. Завтра, может быть, поздно будет, жизнь идет очень быстро. Если есть у вас желание со мной связаться, со мной поговорить, общаться для консультации по поводу турецкой недвижимости. Не откладывайте, друзья. Зачем ждать 3-4 года? Правильно, цена растет, жизнь идет, все меняется в мире, видите? Так что, в самом деле, друзья, в самом деле мы недвижимость не продаем. Я почему смотрю, разные страны, едем и общаемся с людьми, потому что я вижу реакцию, люди счастье ищут, люди здоровье ищут, люди хотят быть здоровым, хотят удовольствие получать. В самом деле мы вам предлагаем недвижимость, мы вам предлагаем здоровье, счастье, удовольствие от турецкого жизни. Так что вот казахстанцы, узбекистанцы, у нас менталитет тоже очень похожий. Я не чувствую, как-то здесь бываю. Казахстан тоже не чувствую, как будто чужая страна. Между прочим, в конце мая будем еще в Казахстане. Будем Алматы, Нур-Султан, еще Актобе. Насколько я иногда путаю, Актобе, Актау путаю, Актобе будем. Если оттуда тоже кто-то нас смотрит, можете связаться с нами, чтобы индивидуальные встречи, если хотите, можем с вами встретиться и поговорить тоже. Казахстанцы тоже молодец, очень активно работают, общаются, и постоянно у них какое-то движение идет. Вот такой проект, друзья, это проект только что вышел, поэтому я отсюда вам это хотел озвучить, проект интересно. Что еще нужно? Давайте так-то, удачи вам, берегите себя и обязательно и любите себя, друзья, любите себя, как-то себя любите, я по-другому смотрите, жизнь на самом деле, жизнь очень интересная, жить надо, просто жить надо, жизнь очень интересная, как-то бы позитивно, как-то бы общайтесь с людьми душевно, искренне. У вас жизнь меняется. Попробуйте так, меняется. Так что не надо злиться, не надо гадости, зависть держать сердце. Надо все чистить. Как-то душу перенимайте, чистите свои души тоже, чистите, понимаете. Но кушать это хорошо. Как-то кушаем, это отсюда, да, сытые, это себе чувствуем хорошо. Надо еще психологически тоже быть сытым. Сытый, да, барышка? Короче. Психологически тоже надо себе готовиться. Потому что иногда люди, я вижу, богатые люди тоже иногда покончат с собой. Вижу такой нормальные, адекватные люди тоже иногда образование есть, не хотят жить, что-то не то, депрессия, что-то не то бывает. Из-за чего вы знаете, друзья?
из-за чего бывает вот такие депрессии, покончить с собой. Потому что постоянно кушать, постоянно вот это материальными вещами заниматься, это не очень хорошо. Иногда надо быть человеком, надо человеческий фактор тоже не надо нарушать. Просто помогать людям, потом быть добрым, быть искренним. Не за что надо иногда помогать людям, не обязательно кому-то какой-то выгоды ждать от кого-то. Просто так жить человек, потому что мы не животные, правда, у нас есть душа. Как-то душа болит, это плохо на самом деле. Поэтому помогите другим, помогите своим родственникам, близким. Не просто, просто так помогите, живите просто так, как человек, тогда у вас все будет хорошо, поверьте мне. Удачи вам. Пока-пока.